176 миллионов рублей поступило с начала года в бюджет Красноярска. Этот доход удалось обеспечить только за счет аренды и продажи муниципального имущества. В январе уже состоялось 4 открытых аукциона, также уже объявлено 17 новых конкурсов. Среди них и выгодные для бизнеса лоты, а именно отдельно стоящие нежилые здания с земельными участками. Стартовая цена одного из них более 16 миллионов рублей. Интерес для предпринимателей представляют и нежилые помещения в центре Красноярска. Также уже сдали в аренду 8 земельных участков. Предполагается, что на одном из них появится IKEA. Всего в планах Департамента муниципального имущества пополнить в этом году бюджет более чем на 3 миллиарда рублей. Интересные площадки нами планируется выставить, опять же, в советском районе города Красноярска. Там будет спортивный объект, там будут объекты промышленного, коммунального, складского назначения. Вот. И, безусловно, на мой взгляд, обращаясь к предпринимателям города, просьба посмотреть объекты. То есть мы открыты, мы можем предоставить всю имеющую информацию о состоянии этих объектов. Это в центральной части города Красноярска.